Добрый день, уважаемые желтоводцы. Коммунальное предприятие «Чистое место», начальник отдела сбыта Алексей Головань. Хотелось вас проинформировать, что с 1 ноября 2014 года вступают в силу решения исполкома Желтоводской городской рады по поводу изменения тарифов на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. Вот. С 1 ноября цена будет составлять для многоэтажных домов 7 гривен 95 копеек с одного прописанного жителя, для частного сектора 8,05 гривен с одного тоже прописанного проживающего там человека. Также обращу ваше внимание, что с этой даты, с 1 ноября 2014 года, автоматически будет вам убрана оплата за эти услуги, которые оказывало вам коммунальное предприятие в ЖЭО. Поэтому никуда вам обращаться по этому поводу не следует, согласно этих решений, этот пункт услуги изымается из перечня предоставляемых услуг коммунальным предприятиям ЖРЭО. На что хотелось еще обратить внимание. Вам необходимо для того, чтобы мы нормально вам предоставляли эти все вышеуказанные услуги, заключить с нами договор. Замечу, что укладывание договора — это прямая обязанность каждого жителя нашего города, вот, непосредственно положенная на вас, вот, согласно законодательству действующего. Для того, чтобы заключить договор, вам необходимо при себе иметь паспорт, код идентификационный и копию документа, которая подтверждает льготу. Желательно, чтобы уже льгота была у вас отксерена, для того, чтобы мы быстро вас могли оформить и отпустить. Но если нет ксерокопии, то мы бесплатно, замечу, вам эту ксерокопию сделаем сами, но это придется, займет какое-то небольшое больше времени. Также отмечу, что если раньше оплата происходила за эти услуги за 1 квадратный метр жилой площади, то теперь вам будут начисляться оплата за каждого человека, проживающего в квартире. Отмечу также, что оплату вы за эти услуги сможете производить в любых финансовых учреждениях нашего города, банках, почтовых отделениях, вот, при наличии лицевого счета, который выдаем мы вам при заключении договора. Также отмечу, что комиссия, которую начисляют банки, это ответственность самого банка. Мы не знаем, какие комиссии берет банк, но в Дельта-банке мы заключили с ними договор специально для вас, чтобы комиссию вы не оплачивали. Там при оплате услуг вы никакие комиссии платить не будете. За эту комиссию будет платить наше предприятие вместо вас. Также в Приватбанке при наличии у вас карточки Приватбанка, зарплатной, то ли пенсионной, вот, тоже комиссия за эти услуги браться не будет. Поэтому приглашаем вас для заключения договора. Мы работаем с понедельника по пятницу с 8 до 17. Также со следующей недели для людей, для удобства, которые работают, приглашаем вас в субботу с 9 до 16.00. Наш человек специально будет выделен для этой работы, поэтому ждем вас в нашем предприятии. Спасибо за внимание.